Take it. I
Егору или купи что-нибудь. Егору купи, посылку еще не отправили. Вот это, резать лапку, ломать. Я говорю, ты что, что в магазине все смотрится, а дома принесешь, нет? Ну. Ну, фляжку фонари, да. $4 видишь? Да, как с другой стороны. Ты делаешь какую-то подделку. Ну, слушай, а совсем не заняться, да? Thank you.
buying sure enough, but if you don't treat them right, things are gonna get rough. Believe me, I got these four living marriages down. Well, I'll be going to hell, said I got nothing but a horn and a barn full of hay. Вот, однако, на Кип-Коде. Фабрика головных уборов. Одесса. Противогазы наши. УССР, да, противогазы наши. 420. Да. Кто-то бизнес поставил. Ну, так смотри. Тут есть еще... Солдатские фуражки. Английская. Да. А, давай, слушай, для праздника мы еще посылку не отправили. Наклейку. Во, набери наклейку. Действительно. Это нашивки вообще-то. Да, ну нашивки, да. Это не наклейки, нашивки. Военные. Возьми, набери. Именно чисто военные какие-то. Если их наберу, то тут копаться надо. Да вот, смотри, Юля, вот этой серии, вот смотри, звездочки с этими, вот много. Смотри, раз, два. Куда на их нашли? Там футболку. Три. Ты выключил камеру? Нет. Сейчас еще меня тебе забудут. Выключи ты. Что ты делаешь, конечно, потому что снимаешь не